Всем привет! Сегодня 1 сентября. Ну, видите, тут сколько народу, а? Ходит-то, а? И день-то хороший такой. Все гуляют, короче. Вообще замечательно. Тут все лавочки заняты. Все, давайте тоже с вами прогуляемся на площадь Ленина. Время у меня еще есть немного пройти, прогуляться. Да, обычно столько народу не бывает. Видать, приехало много людей. Многие учебные заведения открылись сейчас. Поэтому вот школьники ходят. Школьники. Так. Проходим дальше. Машин тоже тьма тьмущая. 1 сентября сегодня. 1 сентября. Фух, со всех сторон они прут. Туда, отсюда. Ну да, здесь парковочное место, поэтому их тут много. Этого транспорта. Так, дубликом сделать, немножко вам показать. Сегодняшний, как говорится, праздник же сегодня день. День чего? День знаний. Вот точно, день знаний. День знаний. Памятник Ленина. Ну, тут у нас собачки. Как она хорошо устроилась. Дрыхнет. Ладненько, пойдем. Я одним дублем, похоже, поснимаю. Так, что у нас? 19 сентября выборы будут. Так, ждем. Ух ты, 26 секунд, ну, паузу. Так, тут что-то... Какие-то работы производятся. Посреди дороги с этой стороны и вон там с другой тоже что-то чистят, канализацию или что. Площадь Ленина. Тут особо народу немного. Что-то на лавочке все заняты, как я вижу, солнышко. Даже вот на лужайке, смотрите, сидят на этой, на травке, на газончике много. А тут пункт проката. Вот это машинки. Видим, там вот они. Так, что-то громко визжат здесь у нас. Полиция дежурит. И вот. Школьники тут видно в школьной форме. Так, а что, фонтан-то у нас выключили, получается? Фонтан-то выключили. Да. Фонтан выключили. Фонтан у нас сухой. Хотя, в общем-то, погода хорошая. Могли бы, в принципе, и не выключать его. Погода просто замечательная сегодня. Ясный день, солнечный. Облаков нету, небольшая дымка, но это нормально, это не пожары. Пожары у нас в основном уже все затушены, так что такой угрозы нету уже большой. Тут тусовочка тоже молодежи в каких-то костюмах даже. Ну, вот здесь вот они сидят, вон сидят, видно, да? Ну, травка, кстати, аккуратно чистая, газончик подстриженный. Ну и сюда пройдемся, сюда пройдемся. Тоже везде школьники, студенты. Первый день.
Первый день у нас учебы. Сегодня 1 сентября. Ух ты, смотрите, какие тут цветы шикарные. Какие цветочки, а? Видно, да? Высажены здесь. Целая куча их цветочков здесь, всякие разные. Ну и подходим мы, это мороженое и там квас. Так, какая-то партия здесь свои флаги расставила, вот видно. Это, видать, они что-то тут делают. Рекламная акция их, видать, предвыборная, мне так кажется. Ну, ладно, давайте еще отсюда немножко пройдем. Сюда немножко пройдем. Ну-ка. Так. Можно перейти, да? Ух ты, тут смотрите, что тоже что-то копают. Короче, большая какая-то подземная здесь работа идет. Канализация. И здесь, смотрите, где алросы вот у них высажены. Цветы тоже обильно. Много-много-много. Шикардос, да? С этой стороны тоже. А вот смотрите, даже какие-то, это что? Капуста или что такое это? Похоже, мне напоминает цветную капусту. Не знаю, как вам. А вот смотрите, это ромашки. Точно ромашки. Ромашки всякие разные. Я уже не знаю, как они называются. Но ромашки-то я точно знаю, что это ромашки. Ну вот, поснимать красоту эту опять, потому что у нас уже осень, да, это вот, как говорится, бабье лето, да, бабье лето, а оно закончится, и все будет, короче, будет. А вот это что за ягода, интересно, интересно, что за ягода. Вот эти в этих прямо цветочки сидят посажены. Вот такая легкая проходка. Кому интересно, может посмотреть. Ну и все. Сейчас я до сюда дойду, дальше уже я поеду на транспорте, на автобусе. Вот обильная тусовка тоже вижу. 30-й автобус. Восьмерка. Вот восьмерка едет. Угу. Много людей. Он даже с шариками, смотрите. Люди с шариками. Шарики где-то на халяву урвали. Так, посмотрим, что у нас в русском драмтеатре-то идет. Сорванец. Какой-то Виктор Крылов. 12+. Завтра будет, да? Ордена Знак Почета. Театр имени Пушкина. Так, и вот здесь репертуарный план. Сорванец. Я буду ждать, даже если не придете. Тетки, капитанская дочка, слишком женатый таксист, Золушка. И Буратино. Так, очень черный. Что такое у нас спектакль? Это такой вот будет, да? Видать. А вот капитанская дочка тоже афиша. Сорванец. 12+, и тетки 14+. Ох, а тут что-то копают у нас. Что-то у нас здесь копают. Ну, в общем-то, вот и все. С Днем Знаний всех. 1 сентября, первый день осени. День в Якутске замечательный, хороший, тепло. Всем пока.